Исламский информационный портал islam.ru. После окончания приема пищи является сунной прочитать мольбу «Дуа», в которой воздается хвала Господу за дарованные блага. Предлагаем вниманию слушателей некоторые молитвы «Дуа», читаемые после еды, которые были упомянуты в хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Дуа после еды номер один. Смысл. «Вся хвала Аллаху, который дал мне во благо эту пищу и накормил меня без каких-либо усилий и возможностей с моей стороны». Имам ат-Тирмизи. Дуа после еды номер два. Смысл. «Вся хвала Аллаху, который дал нам пищу и питье и сделал нас мусульманами». Имам Абу Дауд и ат-Тирмизи. Дуа после еды номер три. Смысл. «Хвала Аллаху, хвала многое, благая и благословенная. Хвала, которую следует произносить чаще. Хвала непрерывная. Хвала, в которой мы нуждаемся постоянно, Господь наш». Имам Аль-Бухари. Не забываем также после еды помыть руки. В хадисе говорится, благодать употребления пищи считается мытью рук до и после еды. Абу Дауд и ат-Тирмизи. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, поделиться, оставить комментарии и нажать на колокольчик.